Добрый день. Сегодня я хочу сделать пироги блинчатые. Как готовить блины? Кому интересно, очень вкусные. Ссылка будет на плейлист в правом верхнем углу монитора. Для данной начинки мне понадобится рис. Я его предварительно промыла, как следует отварила в соленой воде. Яйца нарезала довольно-таки крупно. Зеленый лук понадобится со сливочным маслом. Он у меня тут маленько растапливается. Перец, соль. Так, смешиваем. Так, маленько присолим здесь, потому что яйца я не солила. А лук у меня пережаренный и тоже посолен. Приперчим чуть-чуть. И тщательно перемешаем. Начинки с крупными продуктами, как рис, гречка и пшено тоже можно использовать, любят масло, поэтому у меня тут масло и есть кусочками. Сейчас оно у меня растает. Ну что, делаем наши пирожки. Вот такие пирожки я вам советую приготовить. Перед подачей я их буду обжаривать. Всем приятного аппетита!